Слушай, может быть, тебе кольцо заказать сюда в Армению? Пока мы в Армении. Mm. А? Посмотрим. Может быть. Thank you.
Сейчас. Значит, нормально идем. Thank you.
Такая лестница огромная. Почти пришли. Дрон, что ли? Ага, ага. Высоко. Видишь? Ну ладно, понимаю. Охрана. Охрана. Смотри, контроль.
скажет, скажет. В Кавказе нельзя, там непонятно. Там тоже на какие-то. Thank you.
Спина болит. Надо потянуться. Вот тут прям нашла точку, которая болит. Идем. Вот интересно почитать. Видишь, раньше Сталин был. Кого? Интересно, почему тут такой склон без лестницы? Удобно, чтобы можно было всем заходить. Кошка.
position, I told him. Давай лучше не делай. Подтолкнуть. Давай я попробую. На каком быстро набралась. Кофейня. Какая-то модная.
хорошо. Так лучше. Знаешь, я могу что? Да. Я по магазинам поняла, где он. Да? Mm-hmm.
Мы здесь не ходили с тобой еще. Но... А здесь как-то очень хорошо. Да, я обычно так. Ну да. Сильно, я... У тебя такая тонкая кофта. А это вот греческий, про который там я тебе даже показывал, так что. Улица, вон домик, домики, вон какие красивые. Заведение оно на это напротив. Через дорогу. Да, через дорогу.
Нравится, да? Он тут как хорошее место. Да. Зачем тебе кто-то кроме меня он говорит? Жена,
город заберем. Да? Это улица Пушкина. Я видела, да. Смотри, из чего это сделано? Из крышек. Какой кафе? А? Какой кафе, вон нарядное. Полное причем. Можно бы. Вот мы куда вышли. Там тоже хорошо, вон. Интересно. Вон, смотри, какой балкон пристроили. Пойдем посмотрим. Спасибо.
Угу. И сюда специально выезжают. Сейчас тоже зайдем. Приделали целый дом. Двор уютный. Под замком. Только под замком. А вон, смотри, какое кафе. Смотри. Слушай, может нам почаще заходить вот в такие эти? Ну конечно. Ой, смотри, белье, слушай. Пс-пс-пс-пс-пс. О, шипит. Нет, извини. Пойдем. Hello. Да нет, вот очень хорошо. Надо запомнить, потом зайдем. Нет. Прикольные кафешки. Mm-hmm.
смотри, как все зелено. Дальше. Мы же тут были? Были, да.
пошла куда? Гуля. Да. А скажите, это что-то новое появилось с того момента, вот с катапульт? Нет, у нас новые будет появляться. А-а-а. У нас сейчас презентация есть, новая книга, журнал, скорее всего, в капсуле комиксов. Знаете, вы можете взять это где? Нашу программу. Здесь написано, что будет, какие дни, часа тоже написано. Чтобы вот так прямо идите, потом до конца. На дорогу. Понятно, хорошо. Ладно, спасибо. Спасибо.
сейчас посмотрим. Спасибо. Да, не знаю. Ага, спасибо. Что-то подают. Да. Парень!
Mali, не знаю, ничего с нами, Мали. Супер. Че? Ну, это... Че он сказал? Я не знаю, что он сказал. Как ее, которую ты покупал? Да. Маленькая. Ага. Как она называется? Черемша. Угу. На что для картины? Да, кстати. Все в эту квартиру вложено. Да. Mm-hmm.
что это за комплекс вот такой большой? Ну, ну вот это вот территория, да. Это принадлежит Ирану. И мечеть, действующая мечеть. Здесь аудитории, которых именно не сейчас, а вообще идут в классе персидского языка. Там есть доктор, преподаватель. Доктор, как? Доктор. Я забыл на русском. А, ну ничего. Врач. Здесь также идут уроки армянского языка для иранцев, если я не ошибаюсь. Там есть выставка, выставка картин мечети. И красивый парк. Ну красиво здесь очень, да, такое тихое место. Да, да. А это историческая мечеть? Да, да. Мечеть уже 300, более чем. Интересно. Спасибо. Спасибо, сейчас посмотрим. Очень красиво. Пойдем так. Да, вот интересно, да? Даже продают мясо тут. Интересно. Thank you.
Полки при мечети, видимо, лучше. Не сильно хочу, пойдем, нормально. Парки, вот они. С нам налево, налево. Еще далеко? Да нет, вот. А это куда? Наверное, вот сюда. Ну, подземный.
попугай, смотри какой. Не хочешь сладкий? Children's Park. Не, пойдем дальше. Если ничего не примечать, то дальше будет хорошо. Вот, видишь? Вот, смотри. Видишь? Как бы ничего, а дальше типа с водой там туда-сюда. Высокая. Так, сейчас пойдем. Здесь? Да? По вот этому парку. Этот завод, помнишь, мы приезжали? Конечный.
генплан. Да. Да, генплан Еревана, скорее всего. Видишь, типа, здесь вода, река. Видишь, полукруг, окружность. Вон фонтаны, смотри. Да, можно. Можно попить. Второй левой возьми, а другой. О. Отлично. Ага, фонтан большой. Тоже, видимо, фонтан. Такая же водичка. Да, красиво. Фонтаны. Розовые деревья уже все цвели. Настраивает, видишь? Хорошо. Ну, а что еще?
сколько там? Против солнца, видишь? Против солнца. Можно на лавочке сидеть. Или вот сюда можно? Вон там еще что ли парк? Да. Да? Ага. Уже вон там. Mm-hmm.
тебе, что? Дерево этого огромное. Красивое здание, да? Mm-hmm.
да, да. Большая собака. Новая открылась. Ремонт тут был. Еще хоть дизайнерский. Ah,
такси. Осторожно, тут надо аккуратно. Пойдем. Осторожно. О, белые штаны. Смотрела, да? Да, просто смотрела. А что там было? Там только в основном украинцы кусками мяса. То есть там большие куски мяса. А риса не было? Нет, там не было. Пожаренный рис, какой-то не было. Риску. Можно на ту улицу пойти. Кафешечка? Ага. Можно, но там кафешечка. Так. Если мы на эту улицу, то там нам вот туда.
Дальше не ходили туда. Абсолютно, видимо, модель.
мест нету. Красивые домики, да? Вечеринка тут. Пойдем, осторожно. Очень красиво. Сюда. Смотри, как красиво.
напечатан? Наверное, пойдем в ту, зайдем. Пойдем. Очень холодно.
музей. Кофе можно тут купить. Покажи. Кофейня. Как они красиво с винишком сидят. Зимний ресторан. Так тоже охота. Ну, чуть выбрать, не знаю. Ничего себе.
Пойдем. Вот это типа рекомендовали. Видишь, что сколько народу. Со своим ощущением надо больше ориентироваться. Оно непонятно. Но тут вино. Тут в основном вино. Да. Ну да. Он смотрит сыр на тарелке. Ну, вино и сыр. Замерзли. Другое место вино. У нас дома еще вино. Может быть, сюда. Пойти туда? Ну да. А-а-а. Не знаю, мне кажется, раз мы тут будем что-нибудь выбрать. Ну, я так вот просто говорю, что... Ну да. Он смотрит сыр на тарелке. Ну, вино и сыр. Замерзли. Другое место вино. У нас дома еще вино. Может быть, сюда. Субтитры сделал DimaTorzok.
Ну и все, наверное, вот. Китайская какая-то. Прям китайская. Давай, давай. Вон. Вот она. Вот. Да. Если там есть. Сидели, я чуть поработал. Thank you.
Арабкир надо, конечно, это. Вино хорошо. Да, там столько народу. И сырные вот эти кубики еще. Ну да, да. Поливают. Интересно сделали с горшочками.
кофе теперь есть дома. Очень нравится.
устала. Bye-bye, thanks for your watching and subscribe to the channel. Have a nice night. Bye-bye.